Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Frag Pro Shooter. И тема сегодняшнего видео, конечно же, баф такого героя, как Фрагенштейн. Поэтому, ребята, если вам нравятся видосы по фраг, то не забываем поддержать мое видео лайком. Обязательно подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан, и напишите мне в комментарии, что вы думаете по поводу того бафа, который я сейчас, в принципе, вам объявлю. И да, друзья, если кто не в курсе, то у меня уже вышло 3 видео про бафы и нерфы, про 2 нерфа электродевочки и вулкана, и отдельное видео про баф меха рыцаря, который, как по мне, ну, получилось просто бомбическим, потому что меха, ну, просто очень и очень удивил. Короче, друзья, мне писали в комментарии про Фрагенштейна, что вроде с ним как бы все, ну, обходится очень довольно-таки неплохо, но и как бы не совсем хорошо. То есть разделились ребята на 2 лагеря. Кто говорит, что все круто, кто говорит, все хреново. Сегодня будем разбираться. Итого, что ему изменили, точнее бафнули? Первое — это его способность. Его способность теперь создает молнию по отношению к врагам в определенном диапазоне от него, нанося урон каждую секунду. Я не знаю, как это выглядит. Мне, по-моему, Фрагенштейн еще не попадался даже как противник, или попадался, но я не видел его способность. Сегодня посмотрим, как эта молния в принципе будет выглядеть. Вообще, с одной стороны, логически, потому что его все-таки, ну, с помощью молнии оживили, правильно? Собрали по частям, оживили, но окей. Его, опять, способность. Его способность увеличивает его скорость передвижения на 20%. Ребят, еще раз повторюсь, сейчас за последнее время танкам постоянно повышает скорость, и это хорошо, это хорошо. Так, и третье, скорость передвижения увеличена на 15%, опять скорость передвижения, то есть его способность увеличивает его скорость передвижения на 20%, плюс теперь обычная его скорость тоже все равно повышена на 15%. Ну, посмотрим, друзья, как это будет все выглядеть. Вроде баф выглядит не прям сильно мощно, да, но вот мне интересно, например, с этой молнией, как это все выглядит. На определенном диапазоне, скорее всего, это мы должны будем, ну, сами как-то направлять, скорее всего, не знаю. Ладно, друзья, пойдем разбираться, смотреть, что к чему. Я не брал Фрагенштейна, потому что он мне казался немного бесполезным, очень медлительный, но ему скорость добавили. Знаете, такое ощущение, как будто меня просто разработчики услышали, но это видео про него выходило, ну, очень прям давно. Ладно, идем играть. Прикол в том, что я еще до того, как прочитал про данный баф, я ему в качестве имплантов скорость впарил, но после того, как я прочитал его способности новые, я поменял на замедление. Ну зачем, если он и так, в принципе, увеличенная скорость, то он ему просто нафиг не нужно. О, воу-воу, тихо-тихо, так, оу, я создавал типа молнию, а где молния? А, вот она, ребят, вокруг нас, короче, в определенном диапазоне, видите? Я думал, молния будет хреначить куда-то туда, куда мы смотрим, а получается, молния просто будет летать вокруг нас. В принципе, старая, известная уже всем система. Стреляй в медузу, стреляй в нее. Поганка может нам запороть все и вся. Попал. Так, чувак, иди сюда. Давай. Фраг хочет крушить. Ух ты, падла, я тяжелый. Окей. Накажем. Накажем. Так, а ты куда летишь? О, блин, нога у меня сука свела, из-за этого промазал. Стоим бы. Ой, а кто это у нас здесь? А кто это? Ой. Так, стоять. Кто меня тут глушит, блин? Умри. Так, ну что, снова пойдем в атаку. Так, а докуда он у нас вообще долетает? Ну, не так далеко, в принципе. Я буду крушить! Так, что за нафиг? Стоять! Молния будет бить вас всех! Слушайте, ну это дополнительный урон, и это круто! То есть, знаете, такое немножко, знаете, как будто немножечко частичку забрали у электродевочки и добавили нашему Фрагенштейну. Ой, чуть-чуть. Ну, блин, он просто широкий. Типа, как бы. Блин, ну мне понравилось. Слушайте, ну бафы удивляют. Мне нравится то, как, в принципе, сейчас бафуют героев. Очень грамотно и интересно. Но мне чертовски не нравится, как их нерфят. Нерфят просто ужасно.
Я буду крушить. Так, Гадес. Блин, ребят, я вам хочу сказать, если будут абсолютно всем танкам добавлять скорость, чувствую, скоро все танки просто выйдут в топ. Потому что, ну блин, во-первых, и так у них дохренища жизни. Так, я хочу себе чуть жизни добавить. И плюс, если добавить скорость, ну они будут, ну они реально будут решать, я вам хочу сказать. Очень сильно будут решать. Так, мне срочно надо вообще хп, но чувствую, что я помру. Да, я помер. Чё? Не твой уровень, братан. Сейчас Франкенштейн придет в себя, я вам так шок сделаю. Так, а где он? Давай, 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 давай. Тут Луча уже объявился. Так, а куда? В какую сторону? Опа, на. Блин, вот знаете, вот я взял и поменял ему имплант. Вот я скорость сперва поставил. Надо было все-таки скорость оставить, но тогда вообще был бы просто, я не знаю, спринтер. Танк и спринтер, это, я думаю, было бы нечто просто. Так, давайте немножко шока дадим, если вдруг кто-то там очнется, придет в себя, появится. Мне радует то, что бафают героев до такой степени, что они становятся играбельные и реально интересные, и они скилловые, реально становятся скилловые. Грамотный подход от разработчиков — это всегда хорошо, это всегда интересно, это, ну, это просто не может не радовать фанатов фрага. Бей-бей-бей-бей-бей! Так, невидимка, ты чё? Мы из разных вселенных, и ну ты вообще не туда вошел. Так, там, короче, королева единорогов. Таких противников лучше обходить стороной. Ага, и она туда попёрла. Окей, 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 давай, я тебе сейчас шок сделаю. А, да-да-да-да, я танк, мать твою! Так, красную тень свалили. Слушайте, очень странный такой подбор у него персонажей. Я прям балдею, если честно. Откуда такая, ну откуда? Почему? Мой Дариус крут, ребята. Мой Дариус крут. Давай, 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 давай. Ай, блин. Еще бы чуть-чуть, я бы просто ее задавил бы. Фраг охотится на Андромеду. Блин, по очкам отстаем, мне это не нравится. Бей, бей! Так, они, короче, обратили внимание на тех персонажей. Окей, тогда пойду крушить базу здесь, с этой стороны. Ну, единственный... что все-таки, ну, те герои, они немножко порище все же будут и не дадут мне просто-напросто добраться, скорее всего. Хотя нет, я добрался. Давай, давай, да, 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 я тебя все равно сейчас делать буду. Давай перезарядку убей, блин! Если бы не перезарядка, я бы убил. Чувак, там типа сзади тебя Дариус что-то делает. Да сраки! Андромеда. Блин, не попал. Попади, попади, попади! Защищай своих! Оберегай! Попал, не спрятаться. Блин, ну чисто катка, то есть не, даже не на крушение базы. Блин, ну интересно у него колода, слушайте. С такой колодой еще и затащить. Невидимка. Вандал. Что-то вообще странное. Но это если я сейчас доберусь до базы, тогда, может быть, и выиграю. А так, мне кажется, здесь слив.
Да давай, блин, беги! Что ж ты так медлишь-то, чувак? Не прикалывайся надо мной! Нас убить хотят! Давай, 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 давай! Забияка, делай вещи, забияка! А, не, все, удвоение очков. Блин, ну интересная катка. Так, а где они прут? С той стороны, да? Да с какой стороны вы идете? Они решили с двух сторон, типа, пойти. Да попадай! Нет, за своих. За своих будем рвать. Так, там, короче, по-моему, фрисби поперло на мою территорию, но я думаю... А, ты чё? Ты чё? Ты же своя, как ты посмела? Я за тебя глотку рвал. Что ты хорошая героиня, блин. Так, ну сразу две базы уничтожается или уже одна? Да, сразу две. Блин, ну вы знаете, я каждый раз вот удивляюсь вот некоторым подбором персонажей, которые люди все-таки используют. То есть, друзья, очень важно даже не то, какой герой, а то, как вы им управляете. Не успел. Хотел умение применить. Так, а где? Ой-ой-ой, стоять, 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 стоять. Там луча несется. Стоять, я сказал. Туда, туда, кидай, туда, блин. Черт, долбаная, ну, блин, ну, как меня бесит это автонаведение голимое, блин. Но без него тоже тяжко, понимаете? Все, вот тут пусть и стоит. Блин, нормально же катка шла. Блин, ему бы еще патроны увеличить. Вообще было бы просто конфетка. Так, они где несутся? Я понял, понял, понял. Отходим, 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 отходим. Да, ёпперный ты балет. Как он меня откинул? Вот как, это же Дариус. Ой, блин, Деспарадос, блин. Умри, умри, умри. Вы должны все сдохнуть, я должен жить. Так. Главное теперь не сдохнуть раньше времени. Нет, 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 надо убивать, надо убивать. Стоять. Да, блин. О, попади один раз, есть. Так, где у нас кто? Опа, на, вижу, вижу, стой, стоп, 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 стоп. Да блин, я нажал. Ой, как меня бесит такие моменты, а. И вообще, как они быстро так меня убили? Ну, типа, мне ж до хрена хп. Кто-то меня там бьет, я не пойму. Я даже оборачиваться не буду, я хочу уничтожить базу. А, он уже применил свое умение. Блин, вот это бесит, бывает, в героях. Вот им надо чуть больше все-таки ума, потому что... Ну, блин, они появляются и сразу используют свое умение. Надо, не надо, они его все равно используют перед... Фу, блин, пипец. Вот что за бред, а? Откуда она взялась? Откуда она вылезла? На обратном пути я тебя задену. Она, короче, походу не знала... Ну, это не знаю, кто там играет, но они, походу, не знали, что даже когда обратно возвращается... его вот этот меч, то все равно эффект действует. Скибидищ. Так, появились.
Так давайте, наверное, сразу лучше воспользуюсь. Иди сюда. Давай, давай, используй свое умение. Мне как-то вообще по барабану. Да блин, я хотел убить. Не просто, я не обратил внимания, сколько... Ага, по 20, все, его умение по 20 наносит. О, я тебе тут дышу. Бегает. Да на опережение хочу стрельнуть. Нафиг ты стреляешь раньше времени, блин. Короче, ладно, я пошел базу уничтожать. По сути, баф классный. Да, он не самый топовый, оно не делает из него имбу или что-то в этом роде. Конечно, меха рыцаря улучшили лучше, но все равно это очень приятное дополнение. Как минимум скорости, теперь за него не так скучно играть. И за него вообще хотя бы убивать теперь можно. Плюс вот этот бонус с молнией к его умению вообще просто топчик. Кстати, на базу оно действует? Не, на базу не действует. Короче, ребят, я бафом доволен, да, он не делает из него имбу или прям идеального героя, он делает из него неплохого героя, за которого можно играть. Скорость — это очень хорошо, потому что, ну, чем подвижнее игра, да, тем она, конечно же, лучше. Нам тогда интереснее играть, потому что за него было вообще просто невозможно, как по мне. Он пока добежит куда-то, короче, это отдельная история, это был бред. Да, и плюс его умение, ну, очень неплохо, мне понравилось. Да, оно наносит там по 20, но оно часто наносит, то есть, по сути, это неплохое дополнение. Конечно, меха рыцаря улучшили лучше, мне больше понравилось за него играть, но этого героя можно брать. Конечно, сейчас не знаю, стоит ли его использовать, но для тех, которые только начинают и заполучат Франкенштейна, то я думаю, они будут его использовать, потому что герой реально для начальных уровней будет очень пойдет. Хотя, ребят, как мы убедились, я проиграл катку вообще там с невидимкой и вандалом, у каждого своя подборка, я еще раз повторю. То есть каждый герой по-своему он хорош. Поэтому... О, опять на газ, что за бред стянуло? Блин, надо же было прям на видео два раза. Я не знаю, ребят, что за фигня. Короче, надо закругляться. Блин, как это неприятно. Ребят, короче, баф крутой, мне нравится. Вы можете за него играть, вы можете его использовать, но не знаю, стоит ли его использовать против очень топовых героев, да, игроков, которые... Но они найдут на него управу, найдут. Ладно, друзья, вы были на канале Эксперовид, обязательно напишите мне свои комментарии, что вы думаете по поводу Франкенштейна, и надеюсь, у вас никогда не будет хватать судорога, сворачиваться пальцы. Всем спасибо и пока-пока.